Ну, собственно говоря, на технологиях безопасности мы выставляемся не первый год. И у нас, естественно, большой спектр нашей продукции соответствует тематике форума. Во-первых, это кабели для систем охраны и противопожарной защиты, огнестойкие кабели, которые мы разработали в 2007 году и которые являются основой нашего производства. Сейчас мы расширяем линейку огнестойких кабелей. В этом году у нас представлено два совершенно новых продукта, о которых мы рассказываем на этом форуме. Во-первых, это низкотоксичные кабели, огнестойкие для систем охраны и противопожарной защиты, предназначенные для применения в больницах, детских садах и других социальных учреждениях. Собственно говоря, требования по данным кабелям были сформированы в 53-315 ГОСТе в 2009 году, но до прошлого года, то есть фактически до вот настоящего времени, их никто не выпускал и не могли, как говорится, найти кабель, соответствующий нужным требованиям. Мы их в прошлом году выпустили, сертифицировали и в настоящий момент поставляем на различные социальные объекты, в частности, значит, это и детские сады, и школы. Это различные социальные объекты на Дальнем Востоке, которые готовились к саммиту АТЭС в прошлом году. Это православные гимназии, ну и другие социальные объекты. Также у нас есть еще одна новинка, которую мы в этом году представляем. Это огнестойкие силовые кабели для электроустановок с товарным знаком КУНРС. Соответственно, эти кабели применяются при пожаре для того, чтобы запустить в действие различные системы пожаротушения, блокировки дверей и другие системы, которые требуют уже каких-то постоянных токов. При этом кабель является близким по применению к кабелем марки ВВГ, известный ВВГ НГФРЛС, но обладает рядом характеристик, которые улучшают его. Он более гибкий, что существенно при монтаже. То, что изоляция выполнена из кремнеорганической резины, позволяет ему, во-первых, лучше очищаться, опять-таки для монтажников, да, во-вторых, как бы выдерживать большую температуру. Ну и, в принципе, обладает рядом других характеристик, которые выделяют его среди кабелей подобной линейки. Значит, помимо этого, мы также представляем традиционно кабели связи, кабели для промышленного интерфейса RS-485. Собственно говоря, кабель КСБ, сделанный для атомных станций изначально, успешно применяется на таких объектах нефтеперерабатывающей промышленности, как Ванкорнефть, успешно применяется на олимпийских объектах в Сочи, при этом соответствуя самым современным требованиям пожарной безопасности и требованиям, значит, передачи промышленных данных. Мы неоднократно уже выставляемся на технологии безопасности, порядка 10 лет. Каждый год приятно то, что действительно приходит много профессионалов, которые не только покупают, но и разрабатывают какие-то новинки, соответственно, проектируют, монтируют различные системы безопасности. Учитывая то, что процентов 60 нашей продукции направлены именно на тематику безопасности, естественно, нам приятно встречаться с партнерами, которых мы уже знаем, и, естественно, приятно приобретать новых партнеров. Поэтому, на наш взгляд, технологии безопасности – это успешная площадка для обмена опытом, для развития партнерских взаимоотношений, поиска новых решений и новых клиентов.